Индию накрыл коронавирусный шторм. Там антирекорд по заболевшим – почти 350 тысяч. И по погибшим – больше 2500 за сутки. Не справляются даже крематории, и тела сжигают прямо во дворах и на улицах. На грани также Турция, где число смертей ежедневно растет. Жителей буквально заперли в домах. Ходить можно лишь днем и только за продуктами в аптеку или в больницу. Жесткий локдаун продлен до середины мая. В Европе, где ограничения постепенно стали смягчать, сотни демонстрантов требуют их полной отмены. Впрочем, теперь акции протеста больше похожи на вечеринки, как, например, в Италии. Тем временем в Венгрии, где первыми среди стран Европейского Союза начали применять наш спутник ВИ, признали его самым эффективным и безопасным. Согласно свежим отчетам, российская вакцина в несколько раз превосходит западные аналоги.